8 апреля днем в районе Южных ворот Заинска ГРЭС произошло ДТП, в котором погиб человек. Автомашина «Шкода» вылетела с дороги и перевернулась в водный канал. Первыми на помощь подоспели очевидцы трагедии. На месте уже спасатели установили, что в салоне «Шкода», перевернувшейся на крышу, кроме погибшего водителя, есть и пассажир. Он был травмирован и зажат в салоне авто. Сотрудники МЧС перевернули «Шкоду». Пожарным пришлось срезать стойки крыши, только так они смогли вытащить пострадавшего и передать бригаде скорой помощи. Погибшего водителя также достали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Все обстоятельства трагедии выясняются.